сети активно распространяется информация о том, что в России якобы произошел государственный переворот, а Путин якобы мертв, и это государственная тайна. Об этом в частности пишет телеграм-канал «Генерал СВР». Страной якобы реально руководит секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, а президент России Владимир Путин мертв, его место занимает двойник-самозванец. Телеграм-канал сообщает, что Патрушев общается с руководством нескольких стран, посвященных в ситуацию, раздавая гарантии преемственности курса и различные обещания. В Кремле на эту информацию не реагирует. В свою очередь пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путин 30 октября проведет специальное совещание относительно событий в Махачкале. Следует отметить, что историю о государственном перевороте распространяет тот же телеграм-канал, который сообщал об остановке сердца Путина, а позже и о его смерти.